Краснослободским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия организована процессуальная проверка по факту смерти 70-летней женщины. В ходе проверочных мероприятий установлено, что тело погибшей в собственном доме в селе Старая Федоровка Старошаговского района было обнаружено вечером 26 марта текущего года. Сообщение в правоохранительные органы поступило от ее сына, который приехал проведать мать в связи с тем, что она не отвечала на телефонные звонки. При этом в доме наблюдалось задымление. При осмотре места происшествия каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти погибшей, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проведения проверки следователям Следственного комитета будет принято соответствующее процессуальное решение. Александр Дугин, руководитель Краснослободского межрайонного следственного отдела.